Йоу! Бум! Зачем я так делаю? Ладно, просто звуковые эффекты. Упс, короче, всем привет! С вами я, Вика. Я уже даже читаю ваши мысли. Вот твои мысли. Ты сейчас сидишь такой и думаешь: а, Вика, опять распосылка, хотела сказать. Да, посылка, распосылка. Так вот, распаковка посылки. Да, и на этот раз это посылочка с одеждой. Я заказала ее в интернет-магазине. И, если честно, я сама не помню, что вообще я заказывала. Мама сегодня с почты принесла вот эту посылку, и сейчас мы вместе с вами будем открывать, удивляться, я бы сказала, потому что я серьезно не помню, что там. Я не мастер открывать. Ну сейчас. Ух! Тяжело пошло. Да нет, на самом деле все просто открывается достаточно. Просто один нос чешется. Это не к добру. Я недавно читала, что если нос чешется, то значит скоро я получу по ща. Получу. Получу, да, от грамотеев. По щам получу я. Вот. Поэтому страшно мне, страшно. Нос чешется постоянно. Короче, я открыла ее. И там что-то черное, черное. Черное! Одежда, что ли, там? Там же не одежда. Короче, одежда, ладно. Да ладно! Почему там YouTube написано? У меня же мысль, что это кнопка. Это серьезно? Я думала, что это одежда. Какая коробочка. О боже, посмотрите на это. Офигеть. Она дошла. Это кнопка, скорее всего. Хотя... Ну, что там еще может быть? Я не верю своим глазам. Да нет, там что-то на английском написано. Честно, я не могу сказать. Короче, кнопка, да. Давайте я привязу. Вот она, вы, блин, сейчас ничего не видите. Я сейчас достала. Я не знаю, что говорить, у меня шок, потому что это то, что я не ожидала сейчас увидеть. Она пришла! Это серебряная кнопка! О боже мой, я дождалась тебя! Вот написано, отсвечивает. The Victory Show! Это значит, что эта кнопочка мне. Наконец-то! Ура! Полтора года я ждала эту кнопку. Мы вместе с мамой ждали эту кнопку. Она все не приходила и не приходила. Я уже не надеялась на то, что я ее подержу в руках, на то, что покажу ее вам и скажу, что наконец-то, наконец-то. Но вот я держу ее в руках, показываю вам и говорю, наконец-то, наконец-то. А ты знаешь, что там кнопка? Да. В общем, ребята, похоже, распаковки посылки такой вот не будет. Потому что я реально думала, что там одежда. Но откуда я могла знать? Я же не вижу сквозь коробки. И, в общем, я подумала, что там будет одежда, а там оказалась кнопочка. В общем, огромное спасибо именно вам, ребята. Я тоже прилагала огромные усилия для того, чтобы получить эту кнопку. YouTube, спасибо, наконец-то. Благодарю вас очень сильно. Всех, кто там... управляет. Если вы рады за меня, то ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. И еще ставьте пальчик вверх, если вы хотите, чтобы я вас и дальше радовала видео. Вот, не забывайте. Ну и на этом все, с вами была Вика, всех целую, пока!